Иванове состоялся открытый фестиваль славянской культуры «Встреча друзей». Это мероприятие проходит в городе уже второй год подряд по инициативе Белорусского национально-культурного центра «Креница». Главная задача фестиваля – единение славянских народов, укрепление дружбы и взаимопомощи между людьми разных национальностей. Мы просто хотели обратить внимание на развитие славянской культуры, развитие природного творчества народов славян, чтобы наши дети знали нашу культуру, чтобы наши традиции продолжались. На этот раз в фестивале приняли участие 42 коллектива. Кто-то представил лучшие образцы декоративно-прикладного творчества на выставке «Фойе колледжа культуры», а кто-то выступал на сцене. Народный ансамбль русских песен «Добрица» существует уже 23 года. В репертуар коллектива входят песни не только на русском языке, но и на украинском, белорусском. Свое творчество артисты с удовольствием презентовали на фестивале. Наше непростое время, да, по такой политической обстановке, конечно, объединение наших культур просто необходимо, да, славянской культуры. И не только. Все, кто у нас проживают в нашей области, мы рады их приветствовать на нашей сцене. Мы вместе в концертах участвуем, любим, уважаем друг друга. И необходимо, чтобы наши дети и молодежь тоже общались друг с другом. Для этого необходимо таких фестивалей, как сегодняшний. Фестивалю «Встреча друзей» пророчат долгую жизнь. Ведь дружба – это залог мира и крепких отношений между народами. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.